Всем привет! Сегодня будем готовить кабачки, которые исчезают со стола в считанные минуты. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. У кабачков обрезаем хвостики, а затем нарезаем их кружочками толщиной примерно 0,5 сантиметра. Укроп измельчаем ножом. Разбиваем в миску яйца. Добавляем сметану, укроп, муку, сушеный базилик, сухой чеснок, черный перец, соль и хорошо перемешиваем. Кружочки кабачков обсушим с двух сторон бумажными полотенцами. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Кабачки погружаем в приготовленный кляр. Хорошенько обмакиваем их и выкладываем в сковороду. Жарим на небольшом огне по 2-3 минуты с каждой стороны до получения золотистой корочки. Готовые кабачки выкладываем на несколько минут на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. А затем, пока наши кабачки немножко остынут, готовим соус. Берем сметану, чеснок и укроп. Укроп рубим ножом как можно мельче. Затем помещаем в миску сметану. Добавляем туда измельченный укроп, выдавливаем чеснок, хорошо перемешиваем. Солим и перчим по вкусу. С таким соусом горячая закуска из молодых кабачков обычно исчезает со стола за несколько минут. Приятного всем аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.